Наглая Демидова, почему после нее женщин перестали короновать воровок в законе? Преступным миром России правят воры в законе. Их полномочия и привилегии можно сравнить с королевскими. Не случайно присвоение человеку наивысшего статуса в криминальной среде называют коронацией. И хотя среди преступников, как правило, женщин намного меньше, чем мужчин. Несколько представительниц прекрасного пола являлись воровками в законе. Однако коронация женщин была запрещена по решению сходки в 1956 году. Какими были легендарные воровки и звания вора в законе, как таковое, появилось в начале 1930-х годов. Так преступное сообщество из СССР стало определять наиболее авторитетных и уважаемых людей. Но если бы криминальную элиту стали короновать на век раньше, то легендарная Сонька Золотая ручка и мошенница Ольга Фонштейн, согласно традициям преступного мира, были бы признаны воровками в законе. Софья Глювштейн, 1846-1902 годы ГГ. Минус так звали Соньку Золотую ручку. Она строго придерживалась собственного принципа. Никогда ничего не похищала у бедняков и людей небольшого достатка. Ее жертвами становились лишь беспечные богатея, владельцы ювелирных лавок, помещики и купцы. Особую страсть ловкая преступница питала к драгоценным камням и золотым украшениям. Свои действия она тщательно планировала. Ее аферы отличались театральным размахом. Они были успешны благодаря актерскому таланту и обаянию Софии. В 1866 году «Золотая ручка» предприняла ряд шагов, характерных для человека, обладающего статусом вора в законе. Она попыталась объединить петербургских преступников в организованное сообщество. Криминальные историки часто указывают, что идея создать воровской общак, чтобы помогать товарищам, Попавшим в беду, принадлежит именно Софье Блюфштейн. Другую авторитетную в преступном мире даму звали Ольга Фонштейн. Она была моложе золотой ручки на 23-го года и часто копировала знаменитые аферы своей легендарной коллеги. Эта женщина придумывала многоходовые махинации, вращаясь в высшем свете. Она умела вводить людей в заблуждение. Ловко выманивая их деньги. Красота и манера светской львицы так очаровывали мужчин, что ради нее они не шли даже на должностные преступления. В криминальной жизни Ольги были и многочисленные мужья, и побег от правосудия в Нью-Йорк, и экстрадиция. Она всегда находила выход из любой ситуации. И даже попав в Костромскую колонию в 1920 году, когда ей уже было за 50 не опустил руки. Мошенница соблазнила начальника колонии Кротова и бежала вместе с ним в столицу. Как пишет в своей книге «Бандитский Петербург» исследователь криминальной истории России Алексей Константинов, Любовник преступницы был расстрелян чекистами в 1923 году, а сама Ольга заявила сотрудникам угрозыска что Кротов изнасиловал ее и против воли увез в Москву. Тогда женщину передали на поруки питерским родственникам. Дальнейшая судьба мошенницы покрыта мраком. Одни историки утверждают, что она вышла замуж и торговала квашеной капустой в 30-е годы на сейном рынке другие упоминают об ее отъезде за границу. во всем виновато оглое звание вора в законе накладывает на его обладателя немало ограничений, в том числе и связанных с личной жизнью. Репутация такого человека должна быть безупречной во всех отношениях. Он не может сотрудничать с представителями силовых структур и тюремной администрации, а тем более, вступать с ними в интимные отношения. Именно этот строжайший запрет нарушила воровка в законе Аглая Демидова. Эта красивая женщина начала свою криминальную карьеру с карманных краш на московских рынках. Однажды она попалась с поличным и получила свой первый срок, отправившись в колонию для несовершеннолетних. После освобождения Аглая принялась обворовывать квартиры и магазины ее периодически ловили. В общей сложности в местах лишения свободы женщина провела 12 лет. Она была коронована уже к 30 годам. К ее мнению прислушивались в преступном мире, с ней считались. Историю падения Демидовой с воровского пьедестала описал в своем очерке женщина блатного мира известный публицист и прозаик Варлам Шаламов. Он отметил, что воровку в законе погубила любовь к преступнику, известному как Тимофей Жиган. Попавшись в очередной раз, Аглая замыслила побег, для которого ей требовалась помощь лагерного врача. И тут она совершила недопустимое, вступила в интимную связь с начальником санчасти за что он подделал историю болезни заключенной. Это требовалось для побега. Необходимо было попасть в больницу за пределами колючей проволоки. О нарушении Воровского кодекса узнали, над медовой, опозоривший весь преступный мир связью с представителем лагерной администрации, каким являлся врач, состоялся суд. Аглая лишилась своего звания и была приговорена к позорной смерти. Задушить ее должна была проститутка Верка по прозвищу корма. Настучавшая вора Машашник законницы с лагерным доктором. Впрочем, Демидова была неробкого десятка. Ради спасения своей жизни она совершила два убийства. Сначала забила до смерти надзирательницу, а через несколько дней расправилась с конвоиром. Оказавшись на воле, Аглая отправилась к своему любимому Тимофею Жагану. Тем более что тот ее ждал. Он уже был в курсе измены. К тому же криминальные авторитеты поручили ему убить бывшую законницу никто не сомневался, что она придет к нему все-таки любой женщины всегда движет любовь демидовой пришлось жестоко разочароваться в своем возлюбленном она пыталась объяснить ему, что пошла на измену ради встречи с ним но Тимофей вонзил ей нож в спину. А состоявшаяся вскоре после смерти Аглая Воровская сходка запретила принимать женщин в элиту криминального мира. Ее короновали через сына, впрочем, в истории СССР была еще одна легендарная женщина, которую короновали в обход установленного запрета официально объявив законником ее сына Виктора. Речь идет о Калине Никифоровой легендарные подруги воров в законе Япончика, Вячеслава Иванькова. И хотя элите преступного мира запрещено заводить семьи, отдельные источники утверждают, что Виктор Никифоров был общим ребенком этой пары. А во время коронации сын взял себе воровское имя Калина честь матери. Жизнь этой женщины заслуживает приключенческого романа. Она осталась вдовой ювелир в раннем возрасте и могла просто безбедно жить на доставшееся наследство, но авантюрный склад характера толкнул ее на преступную дорожку. Калина Никифорова была не просто мошенницей, она буквально делала деньги из воздуха. Немало евреев, решивших переехать из СССР в Израиль на постоянное место жительства, лишились своих фамильных ценностей, доверившись Калине. Мошенница убеждала людей, опасавшихся декларировать драгоценности на таможне, что доставит золотой бриллианты контрабандой и переселенцы получат свое имущество на исторической родине от доверенных лиц. Все это было обманом. Никифорова просто забирала себе чужого добро. К началу 80-х годов Калина была уже настолько богата, что тайно купила обувную фабрику. Несмотря на строгие законы социалистического государства, она пыталась даже вывести свое имущество на самолете в США, задумав дерзкий побег из нашей страны. Но скоропостижность кончалась от сердечной недостаточности в 1988 году. Уже после смерти женщины открылась страшная правда. Долгие годы Калина Никифорова была осведомителем ОБХСС. Она сдавала своих подельников стражам правопорядка, поэтому ей исходили с рук многочисленные махинации. Эта мошенница была настолько хитра, что сумела обвести вокруг пальцев всех, и милицию, и воровской мир. Также советую всем подписаться на канал, кстати, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.